Обратите внимание на этот интересный подвесной светильник в современном стиле. У него идет полностью металлический каркас. Снаружи он в черном цвете, внутри в золотистом. Он также имеет интересный узор. Здесь вот такие вот прорези, за счет которых создается очень интересный эффект в освещении. Он идет на одну лампу и будет отлично смотреться в спальне или же на кухне.